Ну, конечно, я безусловно рада, потому что мне еще ни разу не получалось дойти до призов на чемпионате страны. Но все равно есть вот эта вот доля, не знаю, расстройства, наверное, потому что, ну, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, поэтому хотелось, конечно, взять золотую медаль, но пока так. Ну, у вас была все-таки очень опытная соперница Людмила Воронцова. Как сегодня с ней бой провели? Сегодня я встречалась с ней на прошлом чемпионате, в первом бою. Сегодня показалось мне, ну, я была готова ко всему, как бы, что она мне предложит. Поэтому, ну, в принципе, тренер доволен результатом. Я, конечно, отчасти, но будем работать. Сейчас, наверное, у вас уже есть какие-то поздравления в телефоне. Вы сейчас вернетесь, думаете, все-таки Эдуард, наверное, первый поздравил уже. Ну, я думаю, да, Эдуард поздравил, конечно, потому что он болеет за меня всегда. Неважно, там, первое это место, третье или вылетело в первом бою, он всегда поддержит. Но я думаю, сейчас там скажет мне пару ласковых, что было не так. Представляющая Нижегородскую область Ульяновскую область. А как вообще подготовку оцениваете соперниц? Сейчас была девочка намного, ну, менее опытная. Ну, она моложе, наверное, физически сильнее была. Я-то не полгода только готовилась после декрета. Ирина, ну, поздравляем вас с бронзовой наградой. Это уже не первый чемпионат России в вашей карьере. Сравните вообще их по значимости, по медалям. Ну, по значимости все они яркие, сильные. Но в этом году я выступала в другой весовой категории. До этого я выступала в 63 килограмма все года. А в этом вот спустилась чуть ниже, попробовать, так сказать, свои силы. Сложно было спускаться, сгонять вес? Спускаться было несложно, потому что это уже не первые соревнования. Я уже до этого, до чемпионата России, попробовала себя в 60 килограмм. В принципе, нормально. Чувствую себя хорошо. В целом гордитесь собой? В целом, да. На что выигрыш потратите свой? На какие-то идеи? На ипотеку. Ну, уровень чемпионата России, конечно, говорит сам за себя. Конкуренция очень большая. Девочки очень показывают красивый бокс. Поэтому, ну, я, если честно, в восторге нахожусь от женского бокса, от технико-тактического мастерства, от подготовки функциональной. Поэтому, ну, очень-очень качественный бокс.